Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Всем доброе утро, мы с Боной снова гуляем на Финском заливе. Снова сюда пришли. Сейчас вам покажут красиво. Снова, видите, я каждый раз прихожу, он каждый раз разный Финский залив. Сейчас покажу. Вон, смотрите, девочки, как все видно. Смотрите, вон там все. Так хорошо видно вообще. Видите? И облака такие. Прям вообще красота. Чайки разорались. Боняша. Вот такая вот красота. Мы с Боной тут свой это проходим мимо. Ну как мимо, вдоль залива. Мимо, говорю. Господи, девочки. Вдоль залива проходим. И потом идем домой. По песочку. Боне нравится. Джуси. Почему не беру Джуси с собой? Девочки, Джуси прячется. Она не хочет ходить. Она сидит под машиной, когда видит, что я выхожу со шлейкой. И ее нужно просто выковыривать из-под машины. Она не подходит, не хочет ходить. Ну, как это? Не социализированная, да, она у меня получается. Ну, а что делать? У нас вроде тучки, но солнышко что-то пытается выглянуть. Вот, так что мы гуляем, красота. Очень красивые облака здесь, да? А вот так вот вообще, да, как картина. Лодочка такая стоит красно-зеленая. Бося тут в мусоре купает. Бона, ты что там ешь? Ты что? Бона, это что такое? Хрюндель мой. Бона. Вообще неприличная женщина ты. Что-то съела там. Что-то нашла поживиться чем. Вчера мы были здесь тоже на заливе. Я выставляла в группу ВКонтакте маленькое видео, где Бона вот тут купалась. Было больше воды, сегодня отлив. Вчера был прилив, сегодня отлив. Вот она тут же купалась. Кто не подписан еще в группу ВКонтакте, девочки, подписываемся. Потому что YouTube, что он? Вон, аватарки пропали. Да, прям картина такая, девочки, скажите, красиво. Аватарки пропали. Эти, как они называются-то? Комментарии пропадают. Да, Бося? Все пропадает. Все пропало. Все пропало, Бо. Вот, поэтому... А в группе ВКонтакте я тоже выкладываю те же ролики, которые вот сейчас выходят у меня на Ютубе. Ну, там просто, кому... Мне просто пишут некоторые, что на Яндекс.Дзен неудобно. Девочки, я вам что могу сделать? Я и так уже везде зарегистрировалась, где только можно, на случай того, что закроют Ютуб, я буду везде. Ну, на Яндексе, на Рутубе только тоже что-то я туда не загружаю видео, мне как-то лень. Потому что на YouTube долго грузится, у меня целый день. Ну, на Яндекс гружу, потом в ВК, потом еще на Рутуб. Это Рутуб я подзабросила, там нет у меня подписчицы. Ну, то есть никто не перешел туда, на Рутуб. Ну, красота, тишина такая, обалдеть. Мы с Боняшей уже пойдем. Так что поэтому я еще сделала ВК. Специально группу туда, там быстренько грузится видео. Вообще удобно, только там этих заставок нет на видео. Ну, вот этих картинок. Просто видео гружу и все. Ну, тоже хорошо. У нас, девочки, есть вот такой домик. Он, на самом деле, уже очень старенький. Но он мне так нравится, видите, с такими колоннами. Он мне почему-то напоминает, знаете, такие английские детективные сериалы. Я не знаю, почему. Но такие старые, знаете, типа из серии Кюлю Пуаро, там вот этой все истории, да? Скажите, такой домик. Он старенький, он же давно у нас тут. Бон меня тянет куда-то. Вот, но домик прикольный. Вот, видите, нас спрашивали, есть ли у нас высотные дома. Нет, вот, трехэтажный, что это, таунхаус, да? Да, это таунхаус.
Ну, как-то, в общем, они называются. Но вот этот домик мне прям так нравится. Прям реально как из сериала. Да, Басяня? Мне тут Бона еще теперь стала просить гулять по вечерам. Муж тут как-то решил с ней пойти один. Она с ним не пошла, представляете, девочки? А все потому, что то же расстояние, которое мы с ней идем за час, муж проходит за 30 минут. Ей это надо? Конечно, не надо. А я еще хотела, девочки, вас вот что спросить. По поводу Вайлдберриз. Вы же у меня более опытные, чем я. Я там не часто заказывала. Хотя в последнее время часто стала просматривать этот магазин. У меня там есть заказ, который я сделала еще в январе этого года. И он до сих пор ко мне не пришел. Стоимость его 224 рубля. Я заказала такие баночки, знаете, одноразовые, такие маленькие. Ну, не одноразовые, они маленькие, для путешествий. Это еще когда мы летали в Сочи. И мне все пишут, задерживается доставка. Может, мне отменить уже? Хотя мне эти баночки нужны. Я хочу, чтобы они пришли. Оплата у меня прошла. А их все время, да, пишут, что доставка задерживается. Вот я думаю, что с этим делать? Скажите. Как быть? Просто отменить доставку. Там есть кнопочка «Отменить доставку». И все, мне денежка вернется в полном объеме. Правда, 224 рубля – это смешно, конечно. Но сам факт. Но ладно. Еще эти тоже задерживаются доставки. Белорусская косметика. Там у меня кремушек, масочка. Еще что-то есть. Тоже задерживается доставка почему-то. Вот. Так что вот так вот. Мне как-то написали, что надо, когда я вот так шапку одеваю, надо волосы вытаскивать. Я наоборот их вон туда прячу. Девочки, вон они у меня там. Потому что, ну, они начинают вот здесь вот. Я же с Боной гуляю. Ветер. Не ветер, а вообще одета как бомж. Вот. Это. И, ну, прячу, чтобы не путались, не лезли сюда на лицо. В общем, бесят они меня, одним словом. Вот, ну ладно, мы уже пойдем. Дома уже идем. И сейчас пойду в душ. А еще очень шапка удобная. Я люблю осенью, зимой шапки носить. Потому что голова грязная, шапку одела, и все-таки красивый. Ну, в кавычках. Я так на самом деле очень часто делаю. Точнее, вот как раз-таки сейчас, именно тот момент. Вот, ну ладно, сейчас приду, схожу в душ с Басяней. Хотела сказать. Вон-то не пойдет, я ее немножко обтираю, просто тряпочкой, потому что она вся грязная. И все. И мне ее не запихнуть в ванну, она же тяжелая. Так что вот так вот. Ну, в общем, такой сегодня влог, как всегда, ни о чем. Пришла мама застилать кровать. У меня дети с утра не застилают кровати, девочки. Они не успевают. И смотрите, что тут. Сладенький. Хозяин твой уехал учиться. А ты сладенький тут такой, да? Ты с Лёдкой спишь без хозяина один, без Лёвушки. Да, он, кстати, очень любит Лёву. За ним ходит, как хвостик. Да, сладкий, да. Просили рассказать про характер его. Вы знаете, он классный. Он такой что-то среднее между собакой и котом по характеру. То есть он находится... Вот у него есть Лёва любимый, да? Лёва его выбрал. Лёва его... Ну, мы же ездили вместе. Он среди котят разных выбрал именно его. А он там... Котята были... Ну, и так вместе кучкой. А он отдельно сидел. Вот он. И он его взял, Лёву, на руки, и все. С того времени он его не отпускал. И он очень любит Лёву. Очень. Все время, видите, тут на Лёвиной кровати спит. Лёва — это старший мой сын. Вот. Такой он бандит, конечно, не без этого. Но он не царапается, не кусается. Ни разу еще он меня не поцарапал. Ни меня, ни Лёву. Его можно тискать. Его можно... Что с ним можно только не делать. И он при этом, он очень спокойный, такой благородный кот. Такой, знаете. И при этом он вот... Лёва приходит с учебы, со школы, и вот он будет с ним. Лёва будет сидеть тут играть, а он рядышком. Очень его любит. Да? Девочки, вы посмотрите, что происходит. Смотрите.
Какой кошмар. Слушайте, вовремя мы с Боной погуляли. Сейчас я тут тоже, ну, привожу себя в порядок. Надо за старшим сыном уже скоро ехать. И снег пошел. Это реально снег? Ну, он такой миленький, но все равно, смотрите. Девочки, что происходит? Какой кошмар. Конец апреля, и вот такая вот история. Что это такое? Вообще ужас какой-то. Я не знаю, что с этим делать. Ужас. У нас сейчас плюс 3. Ну, показывает, что плюс 3. Но я думаю, что, наверное, меньше, раз снег, а не дождь идет. Ну, ладно, с Боной хоть вовремя погуляли, даже солнышко немножко застали. А тут вот такая история. Кровать я застелила. Девочки, я же вам еще не показывала, наверное. Вот я сделала еще одну картину, вот эту, недавно. Ну, как недавно? Она уже давно висит. Это кто это? Железный человек. Я же сделала Человека-паука, Венома. Про Венома было много споров у нас. На канале многие девочки не понимали. Вот, но сыну нравится. Это сторона младшего сына. Это он там обои зарисовал. Вот. Ему очень нравится. Единственное, что он... Ну, они сами тут вешали. А я хотела, чтобы, ну, вровень было, да. Как-то вот эту поближе надо было сюда, это он туда. Ну, в общем, вот. Но пока они заказы мне не дают новые. Тут вот эта картинка, которую он сам рисовал. Вот. Я пока своего этого начала... Ну, только чуть-чуть начала. Как его называется? Лошадку вон ту. Единорожку. Вот. Так что вот такая вот, такие супергерои у моего сына. Не, ну это же обалдеть, девочки, что это такое? Ой, у меня окна грязные. Позорно прям, ну правда грязные. Ну ладно, вот, смотрите, что это такое, девочки, как это называется? Как это называется? Кошмар какой, да? Вот такой вот у нас, такая вот у нас погодка. Девочки, съездила я сейчас за своим сынулькой. И у меня сегодня праздник живота. Снег у нас уже растаял. Девочки, купила корешку. Правда, она мелкая. Просто я купила килограмм. Вот такая вот она маленькая. Но я потом вам ее раскрою, покажу. Сейчас не хочу. Корешка. Питерская корешка. В Питере есть корешка. И еще какой-то город мне писали. Корешка должна пахнуть огурцом. Если она не пахнет огурцом, значит, это не настоящая корешка. Если ее заморозить, то она перестает пахнуть огурцом. Вот она должна именно огурцом, свежим огурчиком пахнуть. Вообще, я купила по 250 рублей. Но крупная такая, как селюдина, знаете, где будет 5 штук на килограмм, стоит 800 рублей. Вообще обалдели, честно. Я купила по 250, ну, тут чуть больше килограммчика, на 270 рублей у меня получилось. Я нажарю сегодня себе, будет вкусно. И там рядышком еще продавали, вот, какую вкусноту, по 250 рублей за упаковку клубники. Я до этого за упаковку покупала 350 рублей, уже 250. Ну, пообещали, что она будет сладкая, но не факт. Вот, но пахнет клубникой. Правда, у меня сейчас тут все перебивает корешка, запах. Вся машина у меня провоняла корешкой. Но это очень вкусно. И я думаю, раз я купила корешку, это будет мой сегодняшний ужин, то мне нужно еще обязательно купить зеленушечки. Купила вот такие 3 помидорки. Не помню, почем они, что-то 200 с чем-то рублей. Вот такие 3 штучки. Здесь у меня 3 огурчика, как раз на салатик на один раз. И куча, просто мешок зелени. Вот за этот мешок зелени я отдала 250 рублей, девочки, представляете? Так, вот такое вот у меня количество тут зелени. Значит, я взяла вот такой вот пучок. Ну, тут накручен, конечно, со всякой зеленью. Ну, в общем, неважно. Пучок редисочки. Потом это черемша. Очень ее люблю. Кстати, она нравится моему мужу тоже. 2 пучка укропчика. Пучок лучка. И здесь у меня, девочки, вот это вот у меня кинза. Я ее обожаю. Я ее, единственное, что в салат не покрошу, потому что мои мужчины ее не любят. Я ее просто буду в прикуску есть, просто жевать, и все. У меня будет все супер. И пучок петрушечки. В общем, за вот такой... 250 рублей отдала. Считаю, что это недорого, зелень у нас дороже.
В общем, девочки, праздник живота у меня сегодня просто. Я обожаю всякую вот такую зелень. Вот черемша тоже мне нравится. Это кинза. Я обожаю вот это все. И пожарю сейчас, нажарю. Я ее просто в муке, ну, почищу. Половина сейчас это будет отходы, так что ее будет не очень много. И почищу в муке, и все. И обжариваешь с двух сторон быстренько. Она быстро готовится, но она должна вот... Санкт-Петербург и еще какой-то город, где вот она такая вот прям настоящая. Прям, ну, Питер, кстати, славится именно вот корешкой своей. Она должна огурцом прям пахнуть. Прям очень вкусно. Вот. Так что, ну, цены, конечно, да, вот такая мелкая. Ну, вот видно, за 250 рублей это дорого. Это очень дорого. Вот, но... Ну, не могу, не смогла отказаться. Там прямо, знаете, около этого ларёчка, в котором продавались. Ну, такой, знаете, палаточка. Прямо аромат был вот этой вот корешки. Прям вообще все. У меня уже, знаете, слюни потекли. Все, и зеленушечки кучу набрала. В общем, буду делать салатик. Буду жарить, супер. Ну, и клубничку тоже пожую. Клубничка – это на десерт. Вот такой у меня ужин. На самом деле, вот это вот самый лучший для меня вообще еда. Самая вкусная, наивкуснейшая. Так, ну что, девочки, пожарила я корешку. Смотрите, вот такая. Но она мелкая, конечно, смотрите, вообще, как семечки. Конечно, чистить ее, это еще то удовольствие. Но я всегда чищу. Кто-то прямо с головой жарит ее. Я не так не могу, потому что я просто беру ее и вот так вот целиком кушаю. Вместе с хвостиком. Поэтому я ее чищу. И вот сделала салат. Салат вообще обалденный. Помидоры очень вкусные. Ну, огурцы обычные, на мой взгляд. Помидоры очень вкусные. Черемша. Здесь у меня петрушка, укроп. Уже редиску не стала класть. А это я себе отдельно помыла. Я отдельно буду в прикусочку есть. Ну, салатик вот это, в общем. Вот такой вот у нас сегодня ужин. У девочки, у меня прям слюни текут, я не могу. Потому что вот это и вот это очень вкусно. Аромат на весь дом, даже не то, что на весь дом, на весь участок, я вам честно говорю. А жареные вот этой рыбки прям обалденные. В общем, буду ужинать, девочки. Все тоже, кто кушает, приятного аппетита. Джуська моя лежит. Тоже уже нагулялась, набегалась, да, Джусенька? Джуська. Девочки, хочу вам кое-чем похвастаться. Смотрите, что у меня теперь есть. Я как-то говорила, по-моему, видео о том, что у меня все мои... всякие подставки под телефон для съемок. В общем, все они у меня поломались. Все и в машине, которая была, и у меня была такая красная треножка такая маленькая. В общем, все они у меня сломались уже очень давно. И у меня остался только такой большой штатив, который, ну, не всегда удобно. Его не везде можно поставить, не всегда он удобен. В общем, муж мне заказал на Алиэкспресс. Кстати, пришло вообще за несколько дней, буквально дней за 5, он говорит. Вот такой вот штатив, девочки. Ну, это я просто хвастаюсь. Даже не то, что хвастаюсь, но на самом деле человек, который снимает вот такие вещи, они просто, я не знаю, это нечто, конечно. И он не просто селфи-палка, а он... Сейчас я его... А он еще может как вот такая вот маленькая треножка. Тут надо его тут вниз опустить, короче. В общем, вот так вот его вниз опускаете, и он ставится. И здесь все регулируется. Здесь все выдвигается вот это. То есть это и как селфи-палка, и подставка. В общем, ой, отклеила эту штучку. Здесь еще есть пультик. Пультик. Ну, он, наверное, коннектится. Ляфанушка пришел. Наверное, коннектится с моим телефоном не будет. Ну, хотя, не знаю, надо посмотреть на самом деле. Вот. Ну, обычно вот пультиками, кнопочками я не пользуюсь. Я пользуюсь исключительно как подставкой. Ну, в общем, счастью моему, девочки, нет предела. Просто вы себе не представляете. Вот такой вот с Алиэкспресс. Кстати, с Алиэкспресс я заказала себе там очки и чехол для очков. Вот. Все можно оплатить. И все должны привезти. Вон, сегодня в новостях видела, что этот... мост достроили между Китаем и Россией, так что я думаю, что все супер, что меня не хочет. В общем, видите, вот такая вот у меня штуковина. В общем, ура, 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 можно из боночка ходить гулять и держать за эту палку. В общем, супер, я вообще, счастью моему, девочки, нет предела, просто сегодня супер день. В общем, девочки, счастью моему нет предела. Я еще сегодня губы красным намазюкала, что мне так захотелось. Это, кстати, пупа.
помада, но она такая, она размазывается. И она с карандашом, а красного карандаша у меня нет. Поэтому да, вот. В общем, такая у меня красная помада. Вот, в общем, сегодня супер день. На самом деле у меня сегодня, видимо, из-за смены погоды, потому что утром, как вы видели, было небольшое солнышко, потом шел снег, потом опять выглянуло солнце, а сегодня ночью будет уже до минус 5. Представляете, у нас обещают. В общем, кошмар. И в связи с этим, наверное, у меня сегодня так болела голова. И обычно, когда болит голова, я пью нурофен. Он очень быстро помогает. В этот раз мне даже он особо не помог, представляете? То есть я приехала, как раз выпила таблетку, немножко полежала. Потом встала, пошли мы снова гулять с Бонной и уже за моим младшим сыночком в садик. И я иду, и я понимаю, что у меня все еще продолжает болеть голова, представляете? Вообще, вот сейчас только более-менее лежу, более-менее так отошла. Но не знаю, что сегодня вообще какой-то кошмар у меня. Вот. Так что... Держи уже этой палочкой. Очень, кстати, удобно. Очень. Можно подальше. Подальше, да? И вообще класс. Слушайте, мне очень нравится эта палка. Ну, конечно, у меня была обычная селфи-палка. Из Китая я заказывала. И много где. Кстати, из Китая у меня была такая треножка маленькая такая. Она была очень классная. Ее можно было везде цеплять. Но она потом все-таки сломалась. Но я ее потому что юзала одно время вообще очень сильно. Вот. Надеюсь, что эта палочка... Ну, эта палка такая прям добротная. Надеюсь, что она мне надолго прослужит. Вот, в общем, как-то так. Так что вкусно поела, палку в подарок получила. В общем, красота, девочки. Ну, я на сегодня уже буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Всех люблю, целую и до новых встреч.